Эдриан в Йосемити парк. Стоит с тремя оленями, они его практически не боятся. Вон он там ходит и снимает их со всех сторон, со всех ракурсов. Вон Эдриан, а вон олень. Вон там дальше еще один олень в кустах и еще один олень в кустах. Вот такая вот прелесть Йосемити парк. Солнце светит, температура минус несколько. На солнце тепло, в тени холод. И мы встречались с настоящими оленями. Вот просто лицом к лицу и близко-близко.